Финансовая свобода – это возможность реализовывать любые свои планы и жить счастливой жизнью, не думая о том, хватит ли денег до зарплаты. Совет номер 23. Попробуйте день, неделю или месяц пожить в режиме тотальной экономии. Часто мы не задумываемся о том, в каких форс-мажорных обстоятельствах можем оказаться. И поэтому не всегда разумно распоряжаемся деньгами, поскольку кажется, что они будут поступать всегда. Чтобы подготовиться к непредвиденной необходимости ограничивать себя в расходах, попробуйте прямо сейчас без риска для себя пожить некоторое время в режиме жесткой экономии. Предварительно рассчитайте, сколько и на что вы можете позволить себе тратить, при этом взяв за уровень дохода сумму в 1,5 два раза ниже реального дохода. Далее составьте бюджет на время экономии, распределите будущие траты по категории, запишите для себя важные правила или вычеркните затраты, которые вы себе не можете позволить. После этого приступайте к реализации плана. Так вы почувствуете на себе то, что гипотетически может произойти с каждым, возможно, и отношение к финансам и потреблению поменяется. Более того, такая тренировка поможет вам в случае чего быстро перестроиться на новый режим, ведь вы уже будете знать, как нужно жить в таких условиях.